Выборы в Мирном всегда сопровождаются массой интересных мероприятий. Все избирательные участки подготовили для горожан приятные сюрпризы. В Заречном первому и каждому сотому проголосовавшему вручат бесплатный билет на 5 поездок по городу. На участках, расположенных в школах, пройдут выставки, концерты и спортивные соревнования. Во Дворце спорта «Кимберлит» для всех желающих организована фотозона «На минуту стань главой». На стадионе «Триумф» пройдет первенство Мирного по футболу. Главной развлекательной зоной города станет, конечно, площадь Ленина. Мирнинцы смогут бесплатно попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне, обменяться книгами в библиотеке под открытым небом, принять участие во флешмобе с запуском воздушных шаров и в фестивале «Дары осени». Не остались в стороне и общественные организации и предприятия. Мирнинский молокозавод организует на многих участках дегустацию лимонадов и продажу мороженого. А молодые специалисты «Алроса» проведут селфи-акцию «Я сделал свой выбор». Каждый желающий может принять участие на фотоакции, которые проводит Объединение молодых специалистов совместно с районным комитетом молодежи. Практически на каждых участках будут стоять наши волонтеры с инстарамкой и предлагать сфотографироваться и фотографировать вас. Фотографии будут выложены ВКонтакте в группе Союза молодежи Мирнинского района. И совместно, параллельно можно будет участвовать на республиканском фотоконкурсе, победители которых будут выявлены с помощью приложения выявления случайных чисел.